Всем привет! Продолжаем изучать нашего соседа Финляндии, город Хельсинки, из компании Ларуси. Вот я бродил там, обратил внимание на такой памятник. Называется он «Боксеры». Работа Йоханнеса Хапсала, сделана в 1932 году в сквере Пасиусорин Пустико. Вот так звучит. Ну а центр это достаточно не близко, наверное, километр полтора. Вот. Йоханнес Капсула, знаменитый финский скульптор, в 1900 году поступил в Хельсинский университет, изучал греческую и римскую литературу, продолжал учиться в Академии искусств Хельсинки, учился в Датской Королевской Академии изящных искусств. В 2004 году учился в Академии Кларосси в Париже у Агюста Родена. Ну вот, создал достаточно приличное количество скульптур и состоял в финском обществе скульпторов. Был награжден высшей государственной наградой Финляндии для деятелей искусств.